Общестроительные работы в пристройке к кадетской школе должны завершить к концу июля. Такую задачу перед подрядчиками поставил глава округа Владимир Ужицкий. Накануне он провел выездное совещание на стройплощадке. На месте возведения новой школы побывала и наша съемочная группа. Блок для начальных классов кадетской школы строится по 12 часов в сутки без выходных. Каждый день на стройплощадку выходят более 200 человек, чтобы нагнать сбавленный из-за коронавируса темп. Сейчас рабочие завершают монтаж фасада. Внутренние инженерные сети уже проложены. Черновая отделка помещений на заключительном этапе. Идут, в принципе, чистовая отделка. Это монтаж плитки, покраска, подключение к наружным сетям. Электроснабжение произведено сегодня, кстати, вот было переключение. Тепло врезаемся на пятницу, мы определили. Вода и канализование уже врезано. С ходом строительства ознакомился Владимир Ужицкий. Возведение этого здания глава Люберец держит под особым контролем. Несмотря на вынужденную двухмесячную остановку работ, школа должна открыться 1 сентября. Я провел очередное совещание, все в графике. Сбоев нет. Самое главное, что есть поставка комплектующих. Сегодня все на стройке. Полностью школа укомплектована всем необходимым. Это все, что касается вентиляции, все, что касается столовой, все, что касается электрической части. Здесь все есть в наличии. Завершение общестроительных работ намечено на конец этого месяца. До 15 августа строители должны полностью справиться с чистовой отделкой. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию необходимо получить не позднее, чем за 10 дней до старта нового учебного года. Сроки сжатые, но по оценкам экспертов реальные. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.